Я провел много исследований. В мире есть множество существ, похожих на Йети. Йети? Именно, Йети! Йети не существует. Его существование еще не доказано, но это лишь вопрос времени. Саймон ищет недостающее звено. У меня 3 месяца, чтобы доказать, что Йети существует. Смотри, что это за след? Вот это горилла. А Нелли хочет сменить обстановку. Дави на газ. Нелли Малоуи, частный детектив. Помедленнее! Это приказ! Когда журнал будет у нас, отправимся в Непал. Что? Мы едем в Непал? Собирайся, корабль отплывает через час. Смотри-ка, тут есть нож, отвертка, открывалка, ножницы и еще какая-то штука. Ого. Подождите нас! Но я не путешественник. Вместе они объедут полмира. Вот это горилла! И окажутся на древней земле. Они знают горы, как свои 5 пальцев. Намасте. А что это за книга? Она помогает мне в поисках Йети. Нам нужен опытный проводник. Саймон, я еду с вами. Гималаи – самые высокие горы на Земле. Вернувшись из Гималаев, люди меняются. Или вообще не возвращаются. Пронизывающий холод, опасные скалы. Назад! Смотрите, мы нашли!